Мультимедийный ноутбук Asus M51TR построен на базе нового поколения платформы AMD Puma, основным преимуществом которой стала мощная графическая составляющая. Внешне этот 15-дюймовый лэптоп выглядит современно и стильно благодаря технологии Asus Infusion. С ее помощью глянцевое покрытие крышки экрана дополняется оригинальным неброским рисунком, который виден лишь под определенным углом. Высокую производительность для любых развлекательных задач обеспечивает двухъядерный процессор AMD Turion 64X2 либо Athlon 64X2 и интегрированное графическое ядро ATI Mobility Radeon HD 3470. Его применение помогает экономить энергию при автономной работе. Остальное оснащение также под стать: до 4 ГБ оперативной памяти и 320 ГБ на жестком диске. Широкоформатный 15-дюймовый экран обладает разрешением 1440 на 900, а в некоторых версиях 1680 на 1050 точек. В рамке дисплея размещена оригинальная поворотная веб-камера разрешением 1,3 Мп. Клавиатура ноутбука отличается полноразмерными клавишами и наличием дополнительного цифрового блока. Удобный тачпад со слегка утопленной сенсорной панелью дополнен сканером отпечатков пальцев. Над клавиатурой расположена акустическая система, выполненная по технологии Dolby Home Theater. Ее динамики произведены известной в мире Hi-Fi компанией Altec Lansing. В правой части находятся несколько служебных кнопок и клавиши включения ноутбука. На передней панели лэптопа размещен механический выключатель беспроводного интерфейса Wi-Fi, аудиоразъемы, один из портов USB и мультиформатный считыватель карт памяти. Большинство разъемов размещено справа. Слот расширения экспресс-карт, порты USB, FireWire и eSATA, видеовыходы HDMI и VGA, розетки модема и локальной сети. На левой стороне находится только оптический привод и слот для замка Kensington, а разъем для подключения питания и еще два порта USB размещены сзади. В комплект поставки устройства включена сумка для переноски и внешняя мышка, поэтому после покупки эти аксессуары не придется приобретать дополнительно. При массе менее 3 кг ноутбук оснащается 6-ячеечной аккумуляторной батареей, что позволяет ему работать автономно до 2 часов. Благодаря сочетанию современной графической подсистемы и производительного процессора, Asus M51TR является отличным мультимедийным центром, на котором можно играть в игры, смотреть фильмы и прослушивать музыку. А также, разумеется, успешно работать, решая деловые задачи самого разного характера.